Дрон зафиксирован. Эти все игрушки, они просто сканируют любые сети и любой сигнал. Вот мы его включаем, он сразу начинает пищать на Wi-Fi, на телефоны. Бойцы с передовой начали присылать огромное количество дронов противника. Вот в данном варианте нам прислали пульт от Фурии. Сейчас мы его изучаем, и в новой версии Булата мы уже сможем детектировать в том числе и Фурию. Речь идет о тысячах спасенных жизней наших бойцов. И как пример можно посмотреть на видео, где дрон ВСУ пытался атаковать позицию наших бойцов. И благодаря одному Булату все бойцы были спасены, они вовремя ушли вот в укрытие.